В Казахстане на средства частных инвесторов построят 20 многопрофильных больниц. Об этом было сказано на совещании по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. На совещании были всесторонне обсуждены вопросы внедрения современных медицинских технологий, модернизации инфраструктуры здравоохранения, подготовки квалифицированных специалистов, оказания медицинских услуг жителям отдаленных населенных пунктов. Уже несколько крупных зарубежных компаний планируют инвестировать в казахстанскую медицину и развивать производство лекарств. Правительство планирует довести уровень финансирования медицинской отрасли до 5% к 2027 году. Таким образом будут решены основные проблемы в области медицины.